Друзья, если у вас прописана карта территории, вы занимаетесь по моим вот этим алгоритмам, создавая карту территории, то тогда вам легко и просто переезжать в какие-то другие места жить, осваивая вот этот большой многообразный мир. Вы можете легко менять и территорию проживания. А это очень важно. Я не говорю, как вот многие психологи говорят, покиньте зону комфорта. В данном случае зона комфорта – это та территория, где, как говорится, мне было приятно. Моя малая родина, я туда езжу для того, чтобы получить некий такие заряд бодрости. Мы говорим о том, что вот моя карта территории настолько широка, что я мог в 68 лет поехать по городам и весям Черноморского побережья, меняя квартиры, меняя города. И менял не из-за того, что лучше искал, а для того, чтобы просто менять. Вот я развивал в себе уже в этом возрасте способность нейронов создавать все новые и новые образы и шаблоны различных квартир, различных городов. 5 городов, 9 квартир за 3 года поменял. И это для того, чтобы вот не было деменции. Для того, чтобы мои нейроны, они были способны создавать новые вот эти образы территории. А сейчас я вот сижу здесь, территория, вон там лес, тут дача. И этот образ для меня новый. Я создал, вот приехал образы совсем недавно. Это не моя, не малая родина. И вообще, пока я путешествовал, дочь купила эту дачу. То есть вот она. А вообще, я урбанист, и я хочу покататься в метро, но там коронавирус, и нас сейчас не пускают. То есть вот они для меня. Территориальные разные образы, они важны. Несмотря на то, что мне достаточно много лет. Я уже предупреждал в других роликах, что для возрастных людей сложно менять. Но для тех, кто вот закостенелый в своих привычных шаблонах из десятилетия в десятилетие живет в одном и том же месте. Правда, молодые люди мне говорят: Юрий Николаевич, ну мы тут тоже прожили 30 лет, и мы боимся уехать. Наверное, мы как те старики. Вы хотите быть стариками? Вы давайте, развивайте. Я не пугаюсь менять. И уже в большом возрасте. А вы в молодом возрасте, не только создавая новые шаблоны, не только развивая новые нейроновые связи по поводу территории, но вы тем самым расширяете вот эту ареал своего обитания, где вы в одном месте больше можете освоить какие-то новые проекты. Правда, есть такая, ну, тупая пословица: где родился, там пригодился. Но это вот так, колобок, не ходи от бабушки, от дедушки. Неотвратительны эти нарративы. Про нарративы мы еще поговорим. Но я говорю сейчас о том, что если вы осваиваете карту территории, то вы расширяете не только свои шаблоны и развиваете нейроновые связи, но вы и создаете новые возможности, где вы можете реализоваться в другом месте, с другими людьми и реализовать свои задачи, о которых вы еще пока не знаете. Они придут на новой территории с новыми людьми, с картой стаи. Но и об этом мы поговорим в другом месте. Подписывайтесь на канал.